Лава, доброе утро, как у тебя настроение сегодня? Все отлично, спасибо, Даша. Лава, да ты присаживайся. Спасибо, конечно. У вас для меня есть какая-то информация? Да, слушай, Клава, тут такое дело, Саша в командировке, а мне сегодня очень надо. Ну это, понимаешь, у подружки день рождения. Даша, конечно, можете не рассказывать, без проблем. Вам нужна моя помощь сегодня? Да, няня, ты догадливая. Просто день рождения будет проходить во взрослом формате, и участие детей там не приветствуется. Поэтому я сейчас набросаю тебе список дел на сегодня. Присмотри за всеми. Хорошо? Справишься? Да, конечно, справлюсь. Не волнуйся, Даша. Мама, можно я гулять? О, Клава, Кока, доброе утро. Нет, Макс, гулять нельзя. Вы остаетесь под присмотром Клавы, Коки. Я ухожу. Мам, ну погулять-то почему нельзя? Потому что... Отличный ответ, мам. Когда я так тебе отвечаю, ты говоришь, что потому что это не ответ. Ладно, ну что, Клава, чем заниматься сегодня будем? Пока не знаю, Макс. Зависит от списка дел, которые Даша еще пишет. Ого, ну судя по тому, какой мама взяла листок, делать мы сегодня будем очень много что. Но ничего из этого интересненького. Таня, держишься? Ага. Дианка, крути, крути давай, быстрее. Дианочка, только не очень быстро, а то улетит с этого спиннера. Хорошо, я постараюсь. Так, ну что, Даня, как договаривались? Я тебя раскручиваю и снимаю. Такой ролик получится. Даня крутится на Simple Dimple спиннере. Ху-ху, это будет миллион просмотров. Ага, Диана, а если улетит, то и два. Давай крути аккуратно, сегодня мы под присмотром Клавы Коки, мама куда-то уходит. Ай! Ну вот, не успела я уйти, как у них уже что-то случилось. Не волнуйтесь, Даша, я сейчас все посмотрю. Дианка, ну что там, видео не получилось? Давай еще раз. Даник, может все-таки не надо? Надо, Дианка, надо, давай, я держусь. Доброе утро всем, кого не видела. Что здесь происходит, Даник? По-моему, ты только что вскрикнул. Ты упал? Ой, ну начинается. Куда я опять попал? Няня, я в ванну. Часа на два. А, подожди, я знаю, тебе сейчас два часа там пролежишь, проваляешься. Я на горшочек тогда схожу. Слушай, Даника, может ты горшочек это унесешь отсюда? Так, а мне нужна будет корзинка для белья. Ой, ну давай прямо. Вот так, ноутбук влезает, отлично. Телефончик, во, мое рабочее место. Сейчас я тут два часика спокойно поиграю, с кем-нибудь поболтаю. О, надо воду включить. Странно. Кто-то уже ванну себе набирает? Не, Макс, это мама, наверное, забыла спустить. Она сегодня ванну принимала. Все, Дианка, я все, давай все сначала. Даник, ты знаешь, это очень травмоопасно. Поэтому давай, слезай с этой штуки. Можешь идти порисовать, или можете все вместе в прятки поиграть. Ага, это пока мама список не дописала, а потом начнется. Ты полы помой, пыль протри, посуду вымой, суп свари. Ага, здорово я придумал. О, круто! Я еще попал на новый ролик про сиреноголового. Вау, ничего себе! Он в реальной жизни, смотрите! Он из моря выходит! Так, ну все, я тут походу надолго. Фу, вроде ничего не забыла, все записала. Няня Клава, а можно хотя бы я вот так, а Даник меня покрутит? Я же старше, я удержусь, точно-точно. Нам просто очень срочно надо снять видео. Няня, нет, тебя все равно не отстанут. Ладно, только под моим присмотром. Детки, конфетки, вы все здесь? Ну что, мама пошла. Приду поздно-поздно вечером, может даже ночью. Няня, ну как, не передумала? Ну что вы, Даша, я же няня, я для этого и создана. Идите, ни о чем не волнуйтесь, все будет в порядке. Дети, кстати, а где Макс? Клава, он в ванной купается. Можно не волноваться, это часа на два. А? Кто-то сейчас пробежал? Куда не смотреть? В ванну? А что там? А-а-а, сиреноголовый! Макс, аккуратней, что случилось? Няня, ты чего свои ноги тут выставила? У нас в ванной сиреноголовый, настоящий, гигантский, огромный и страшный. Давайте, вставайте, бегите все отсюда. Макс, что ты такое говоришь? Какой головый? Кто это вообще такой? Я ничего не поняла. Няня, это он либо прикалывается, либо опять пересмотрел своих видеороликов. В ванной, наверное, лежал? Хотя он там не лежал. Он вообще в одежде, Макс, что ты там делал? Не волнуйтесь, сейчас я все схожу проверю. Это кто? А, дети, немедленно убегайте из этой комнаты. Там и правда какое-то страшное существо. Я держу двери.
Спасайся, кто может! А я вам чего говорил? Давайте бежим, бежим скорее в другую комнату, лучше вообще прочь из этого дома! Нужно срочно забаррикадировать двери. Вот это поможет на какое-то время. Макс, немедленно рассказывай мне все про это существо. Откуда оно взялось, как оно называется и как с ним бороться. Мне нужно спасать вас. Да нам всем нужно спасаться. Няня, нам нужно из этого дома убираться. Все, я больше не буду здесь жить. Он теперь будет здесь жить. Няня, бежим отсюда. Мы теряем минуты. Клава, его зовут Сиреноголовый. Вот повезло, видели его настоящего. А посмотрите, он похож на мой рисунок. Даник, лучше тебе его не видеть, потом спать не будешь никогда в жизни. Фу, да, он точно такой же. Фу, страшилище. Сиреноголовый? Так, посмотрим информацию в интернете. Кто такой Сиреноголовый? Так, сейчас посмотрим. Вы слышите? Он уже выбрался! Он ходит по нашему дому! Он только что брякал кастрюлями на кухне! Все, бежим отсюда! Нет, не бежим, Макс. Мы будем защищаться. Ого себе, няня! Вы что, умеете драться? Я же сказала, будем защищаться. Няня, няня, а если у вас не получится, может, лучше вызовем спасателей, полицию, скорую? Не волнуйтесь, дети. Ваша няня Клава Кока обязательно с этим чудовищем справится. Я надеюсь. Няня, нам вас жалко. Нет, давайте, не ходите к нему. Он же чудовище. Он вас... И да чего делать-то будем? А мне, Макс, интереснее, что делает сейчас он. Няня, возьмите меня с собой. Я всегда хотела посмотреть на Сиреноголового. Я знаю, что он живой. Нет, Даник, это опасно. Так, ну что ж, ребята, залезайте все на кровать. Прячьтесь под одеялом. Мало ли, у меня не получится, он не сможет сразу вас найти. Возьмите телефон. Если я не вернусь через 10 минут, обязательно звоните в полицию, в пожарную, спасателям, в скорую. Все понятно? Понятно, няня, почему сразу-то нельзя? И все бы были в безопасности, нам бы помогли. Но куда вы лезете? Ну драться с Сиреноголовым, это вообще глупости. Да он вас раз, два и все, и нет няни больше. Не волнуйся, Макс, сейчас посмотрим, кто кого. Так, и где же, интересно, это чудовище? Неужели покинуло дом? Здесь тоже нет. Хотя подождите, по-моему, я что-то слышу из комнаты Макса. Вот он. Ну что ж, придется драться. Ай-я! Я! Фух, это было сложно, но все реально и возможно. Ну что ж, можно больше не бояться. Ваш этот головый спасается бегством. Можете посмотреть в окно, как он убегает. Фу, я, пожалуй, немножко отдохну. Активные виды спорта очень батарею мою разряжают. Няня, няня, вы реально, что ли, его победили? Эй, семейка, здорово! У нас такая суперская няня! Пойдемте смотреть в окно на этого Сиреноголового! Видели, 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 как побежал? Только пятки сверкают. Пусть знают, что у нас тут живет такая суперская няня. Няня, няня, Клава Кока, научите меня так же драться. Я тоже хочу защищать свою семью. Хорошо, Макс, обязательно я тебя научу. Только не сегодня, пожалуйста. Уж очень я устала. Очень была шокирована появлением этого загадочного существа. Няня, ты у нас самая лучшая. Конечно, лучшая. Я всем друзьям расскажу, что наша няня победила Сиреноголового. Вот такого страшного. Ага, Даник, только что тебе никто не поверит, потому что все знают, что это существо вымышленное, и его не бывает. Всем привет! Вы меня, наверное, не ждали? А я пришла. Няня, ой, а что происходит? Почему вы в кимоно? О, мама, почему ты не на празднике? А в кимоно эта няня меня обучает. Мы все ее попросили, чтобы она научила нас драться. Так кио, кио! Мало ли что произойдет, чтоб мы смогли и сумели защитить себя и свою семью. Ого, здорово! Спасибо, Клава! Да у нас там отменилось празднование в связи с плохой погодой. Планировали сделать это все на улице, а там такой ветер поднялся. Вот поэтому перенесли все на завтра. Ну что, няня, тебе, наверное, надо отдохнуть? Устала тут с моими детишками?
Не очень, Даша, но мне необходима подзарядка. Очень уж батарейка посажена. Конечно, посадишь тут батарейку. А почему никто маме не рассказывает, что няня наша победила сегодня сиреноголового? Тутоник, вы же договаривались. Что? Кого победила? Какого еще голова? Даник, что? Фу, какая гада, что ты нарисовал такое? Ой, я опять забыла, что мы договаривались никомушеньки об этом инциденте не рассказывать. Мама, это я это сказку такую придумал. Вот этот сиреноголовый дрался с нашей няней, она его победила, так завалила, он так убежал. И сказка закончилась счастливым концом, ну как обычно, все были живы, здоровы и счастливы. Один вот этот головый только убежал, весь побитый. Боже мой, Таня, какое чудовище! Лучше бы ты сказку сочинил про рыцаря и принцессу, без этих всяких железякоголовых каких-то. Ну что ж, вы, наверное, еще не обедали? Давайте я схожу, вам что-нибудь приготовлю. Фух, ну вроде мама не поверила в Даника эту историю. Ну вы-то все видели, да? Сиреноголовый в реальной жизни, в нашем доме, ух, он паразит. Если б не няня, я не знаю, что бы мы и делали. А вы, ребята, ставьте лайки! Если вам понравилось, как наша няня сиреноголова победила, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, самые интересные серии. Ну что ж, пока-пока!